В Самаре, Тольятти и Сызрани прошел парад коммунальной техники. Регион присоединился к всероссийской акции. Жителям области продемонстрировали современные образцы, которые уже в этом сезоне выйдут в рейс на дороги и во дворы городов региона. Потенциал этого автопарка оценивал и наш корреспондент Николай Козлов. На параде специальной техники коммунальщики Самары демонстрируют необычного робота. Задача этого любопытного и игривого, словно молодой щенок образца, определять место порыва канализационного или водопроводного коллектора. Радиус действия 200 метров. Внутреннее состояние трубы, то есть можно полностью определить, то есть нуждается в трубопровод, перекладки или не нуждается, то есть его состояние полностью. От коммунальщиков не отстают и жилищники. Техника, которую демонстрируют на коммунальном параде в Самаре, предназначена для наведения порядка как на улицах, так и во дворах. Скоро в областную столицу придут холода и снегопады, так что работы этим машинам хватит. Задача сегодняшнего мероприятия – это оценить, насколько мы готовы к зиме. Мы помним, что предыдущие две зимы были очень снежными, я бы даже сказал, аномально снежными. И в этом году мы и количественно, и качественно подготовились иначе. На это вообще обращает особое внимание глава города. В частности, только в этом году для нужд содержания улично-дорожной сети закуплено 47 единиц техники. Аналогичные коммунальные парады прошли в Тольятти и Сызрани. Николай Козлов, Александр Дудко. Новости губернии.